Евгений Николаевич Ключерев – известный московский художник-монументалист, член Творческого союза художников России, Московского союза художников. Выставлял свои работы на многих экспозициях, в том числе международных, во Франции, Германии, США, Бельгии, Голландии и Венгрии. С 1975 года мастер начал работать в технике византийской мозаики, участвовать в возрождении и развитии церковного искусства. По проектам и при личном участии Евгения Ключерева изготавливали монументальные мозаичные иконы для православных храмов и монастырей во многих городах России и за рубежом. Оформил он самые выдающиеся святыни нашей России. Это и Троица Сергиева Лавра, украшенный храм его мозаикой, и Валаам, и Оптина Пустынь, и Савострожевский монастырь, и другие. Также многие храмы Москвы могут теперь показать его мозаику. Это и Казанский собор на Красной площади, и собор Сергия Радонежского в Рогожской Слободе. «Невесомость» – так называется вторая выставка художника в городском музее. В первый раз Саров познакомился с творчеством Евгения Ключерева через его экспозицию «Радость жизни». На «Невесомости» художник открывается с новой стороны. По словам самого автора, идея названия выставки олицетворяет освобождение от земного и материального притяжения, когда состояние души и мыслей устремляется ввысь. Картина художника выполнена в жанре неопримитивизма. Это неожиданно, поскольку художник-то известен, и масштабы-то его во всем мире известны как мозаика, а здесь он, вот, когда его спросили когда-то в тот еще раз, почему такое-то вроде направление неожиданное, а он сказал, что ну, это такая-то уже у меня отдушина. То есть он приходит и дома творит, ну, скажем, для себя вот такие, какое-то новое направление. То есть есть главное направление в жизни, и есть такое увлечение. Помимо художественных полотен, на выставке представлены декоративные тарелки из серии «Мир кошек» в технике смальтовой пластики. Герои работ Евгения Ключерева забавные, смешные, выполненные с тонкой иронией. На многих картинах можно найти отсылки к известным художникам или мировым сюжетам литературы и искусства. Выставка «Невесомость» получилась яркой, жизнеутверждающей и по-настоящему весенней. За положительными эмоциями в городской музей можно прийти до конца мая. Справки по телефону 769-65 для детей старше 6 лет. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, служба новостей Саров, 24.